Пошли на миссию. Невыполнимую. Я думал, ты хочешь сказать, пошли на демонстрацию. Все. Не, никаких условий нет, просто пройти и все. Внимание, да. Вы покидаете безопасную зону. О, пока не начали, подождите, я хотел тут спросить у Карпокалипсы, ну и Кахаб тоже очень удачно в щите бегает. Я хотел спросить, вы когда вот комплект щит надеваете, ну вообще, когда вы его калибровали, вы его на что больше делали упор, там, на электронику, там, ну как-то на все же невозможно сделать, и надо на что-то делать, да, вот понятно, в Стамженце все в электронику, и это ясное дело. А вот когда этот, вы на одежде что назначали, ну там, во что перековывались, там, в электронику ли, нет, ну какой там, так, ага, это ты эти, так, погоди. 400 мин. Стамина это что, жизнь что ли? Да, стамина это жизнь. Экспериментальная модификация, да, ты эти 4 стамина одна. То есть, когда щит, важна стамина, правильно я понимаю? То есть не для ПВЕ, да, для ПВЕ. А для ПВП это что там, по-другому как-то надо? То есть, когда на электронику можно забить, когда со щитом бегаешь, да? Там электроника не важна на щите. Ага. Ага. А, 5 стамин на вещах, ставки на пулю. Это для ПВП. А для ПВЕ это. Ну как ты выше написал, 4 стамина одна пуля, но это в этом. Это в шмотках. В шмотках, а вставки. Так. А для ПВЕ тоже 5 на пулю вставки? Или для ПВЕ именно я сейчас спрашиваю? А то я скоро его таки дособеру, и надо что-то с ним делать, чтобы не воротить, не наворотить дел. Так. Угу. Ну то есть когда в щите, тогда электроника вообще не важна никак, на нее ничего не надо, да? Правильно я понимаю? Карпокалипс, что ты молчишь? Ты же тоже знаешь. Я не знаю, мне КХ подсказал, что должно быть не меньше 120 тысяч. Я сделал 120 тысяч, и все, у меня щит начал работать. Вот так вот. А до этого у меня ничего не было в навыках вообще. Два стэм. Мы его вышибали только так. А сейчас я даже могу на легендарке со щитом бегать, в принципе. Все. Погоди, а так, это понятно. То есть, вот этот вот... Ты говоришь... Подожди, 200 тысяч ты имел в виду чего? Который запасил? Больше 200 тысяч запасил надо иметь, чтобы нормально со счетом бегать? Сила навыка 120 тысяч. А, сила навыка, да, знаешь, 120 тысяч. Получается. Так, одну секунду. Так. А вообще там что-то написано. Комплект. Так, навыки, навыки. Ага. А вот слушай, а вот когда ты бегаешь, это уже к Карпокалипсу вопрос. Когда ты бегаешь в кочевнике, ты все на пулю, да? И там же электроника вообще не важна, когда кочевник. Ну и там запас сил, там как-то так, да? Не знаю, нужна ли электроника, дает ли она что-то. Так как в командной игре кочевник работает только вот броня и вторая жизнь, и все, а все остальное у него не работает. Соответственно, работает ли вообще что-то еще, это нужно проверять только в одиночку. Так а у него считай если только. У него считай только и есть, что вторая жизнь, да броня. А что у него еще? Это же от электроники никак не зависит. Может, у него броня будет крепче, например, если прокачать электронику. Я же не знаю, не пробовал. Черт, ты не будем так выносить. Кахаб, что ты думаешь по поводу кочевника? Стоит ему электронику или нет? Я вот раньше бегал, у меня было какое-то количество электроники. Сейчас я всю ее вообще убрал. И, в общем, все в пуле, ну и немного в жизнь.
Как думаешь, это жизнеспособное сочетание? Или это... Ну, я до этого, Чан, что-то в электронику у меня была, а сейчас... Ага, то есть ты думаешь, что... О, так. Я так играю, у меня в электронике ничего нет, и как видишь, ничего. Угу. Не получается. Да я вот тоже думаю, она нужна, считай, только для талантов. Если таланты без электроники на оружии, да на черта она нужна тем, кто, тому, кто урон наносит. Ну что там, импульс давать, ну и все, что он... Ну там, эту... На щит... Так это на щит... А, стамины надо, но не электроники. Это да. На щите там написано, там по 3000, за каждые 3000 там дается чего-то там. Если 9000, то все там плюс 200%, что ли. Ну а когда, когда пытаешься кочевником играть по ВП, ну допустим, даже в той же темной зоне, получается, электроника не нужна вообще, нужен урон, ну понятное дело, пули, ну и там, чтобы не убивали сразу же. Хотя там, по-моему, если так выскочишь на него, то кто раньше кого вынесет. Если ты в одиночку будешь, то, считай, у тебя 3,5 жизни. 50 на 50 шанс 4 жизни. Ну это да. Ну если ладно. Если будет, то хорошо. Я когда бегал один, если я один, то как минимум 3 жизни точно есть. И 4 выпадало. Мы же пробовали. Я посмотрел тогда, 4 тоже была. Вот но считай, это в одиночку. Если считай, играешь в команде, то только вторая жизнь, все. Это когда он полный, а у меня там еще одного предмета не хватает. Ну, спасибо вам за консультацию. Да, счет пришлем по почте. Да-да, обращайтесь. Пишите в World 13. Стало. Вроде я думал, если в пулю все, то он будет, блин, ну, по логике-то вещей стрелять лучше, черт возьми. Тут что-то как... Не, ну смотри, вот по логике вещей, если ты все вообще в пулю зафигачил... Да нету у него ничего. Огневая мощь. Говорил, это так кажется. Он, у него только жизни. Все. У него в остальном весь его шмот, он вообще ничего не дает в плане убойности. То есть он так себе. Не можем, можно просто привыкнуть и играть как есть. Но он не будет убойным никогда. У любых других шмоток всегда есть там куча плюсов. Стрельбе, точности и все что угодно. А у кочевника вообще ничего нет, кроме жизни. Он только по-хорошему в одиночку играет, все. Так это получается ему не очень нужна тогда это самое, не очень нужна огневая мощь, а нужно тогда наоборот выживаемость, стамина ему нужна, что ли, тогда? Нет, это такой костюмчик, он все-таки для игры в одиночку. А, так все-таки надо.
Потому что все вот эти жизни, они работают только в одиночку. В остальном этот костюм, он бесполезен достаточно. Так оно понятно, ну какой есть пока. Меня что-то боевик не впечатлил, когда я в нем бегал. Ну не знаю, вон мы сделали Париж. Боевик с двумя элементами кочевника. Вообще нормально получился. Боевик неплохая игра. Любопытно, любопытно. А ты сейчас медик, что ли? На полставки. Да я просто смотрю, ты швыряешь мины. Раньше ты не особо ими. Не особо их швырял. Надо как-то развлекать себя. Вот. Это да.
противник. А, да, там что-то сделать надо, а то его так не убьешь, нифига. Что-то там надо было. Ну ладно. Чемодан, это хорошо. Дара приму все лишнее. Блять, ты ищешь вообще. Есть пистолет-пулемет, могу дать. И еще что-то было, сейчас поищу. И золотой Рино. А пистолет-пулемет и горный дом? Нет, там какой-то Томми. Томпсон. А. Смотрите, кому что надо, берите. Где-то что-то валяется. А нет. Большой Алехандро. У меня уже третий раз, он сегодня выпадает. Так.
Вот, сам миссию назначил. А, на испытания, что ли? Ну, а чё? Ежедневные? Ну, да. Да. Агент, мы засекли радиопереговоры батальона. Видимо, они тоже получили сообщение иммунолога. Осмотри консульство и постарайся его найти. Мы тебе сообщим, где он может прятаться. Я, к сожалению, не знаю, что конкретно искать. Но Черненко не прекратил бы работать, даже если бы вокруг него рушился мир. Так что заметки, дневники и все такое прочее, ну, понимаешь? Техники. Нахрена русским такие мощные процессоры? Обычно для шпионажа, но Черненко мог использовать их для анализа различных моделей вируса. Скопируй данные со всех компьютеров, там может быть что-то полезное. Внимание!
подключаюсь к сети. Устанавливаю соединение. Мы загружаем его файлы. Что это, доктор? Опа, это же схема РНК. Я еще не знаю, что с ними делал Черненко, но здесь тонны информации по геному. Агент, она нужна мне вся, целиком. Внимание! Обнаружено противодействие. Устанавливаю. Внимание! В доступе к сети отказано. Стоп! Куда все делось? Загрузка файлов прекращена. Нас взломали. Агент, это работа призрака. Твоя новая цель. Любым возможным способом добыть эту технику. А вместе с ней и Павел Черненко. Протоколы безопасности отключены. Двери открыты. Кайот-1, это Шершень, прием. Шершень, это Кайот-1. У меня сработала система безопасности, иду к вам. Не нужно, сэр. Русский заперся в комнате безопасности. Но долго он там не продержится. Здесь ОТГ, но мы с ними справимся. Это не ОТГ. Я иду к вам, конец связи. Виталий, это доктор Джессика Кэндалл из Нью-Йорка. Мы общались в Инсбруке после вашей лекции. Я вас знаю. А вам знакомы мои работы. Доктор Кэндалл, мои записи у вас, они целы? Виталий, все хорошо, мы хотим вам помочь. Откройте дверь. Сейчас. Сейчас я... Виталий, что происходит? Это пробивной заряд. Быстрее, агент! Получен доступ к системе безопасности. Внимание! Перехват радиопереговоров.
Это Шершень. Черненко со мной, босс. Я забрал его записи с сервера. ОТГ они не достанутся. Готовы к эвакуации. Отлично. А как там наши друзья? Тут как тут. Разрешайте вступить в бой. Разрешаю. Посмотрим, на что способна вторая волна. Спецтехнология. Провожу синхронизацию. Устанавливаю связь с базой данных. У меня загружаются файлы из призрака, того самого агента. Мне с ними еще долго разбираться, но там есть кое-что страшное. Очень хорошо, что их удалось добыть. Хорошо, да не очень. Черненко увели у нас из-под носа. У меня его записи. Он мне не нужен, по крайней мере, пока. Сколько же тут всего интересного. У меня одно предложение. Я предлагаю сыграть режим выживания. Как вы на это смотрите? Все молчат, означает, что все за? Возможно. Ну вы подумайте, подумайте. Просто мы постоянно бегаем по этим миссиям 30-й раз подряд, а то и 30-31-й. Хочется чего-нибудь... такого. Разнообразить. Хотел в темную зону идти, что-то набивать там. Кто хотел? Ты. Я хотел делать то, что мы хотели делать уже давным-давно. Пойти веревку прорезать там. Ну и так далее. Вот этим заняться. Когда нас было двое, я думал, может, как... А сейчас четверо, ну, наверное, всем это будет неинтересно. Мы-то с тобой давно уже хотели это сделать. Ага. Ну да, выживание — это дело такое. Выживание — это долго. Мой товар вам точно придется по вкусу. Можно вам Джонни попробовать позвать? Вдруг? Посмотрим сейчас.
Не приглашается он. Видать, поставил, чтобы его не приглашали. Нет, а как ты можешь его пригласить, когда у нас полная команда? Ах, ну да, точно. Хаб так написал, я думал, он уже ушел. Нет, он еще с нами. Ну окей, пока с нами. Все равно пока надо разгребать, все это смотреть. Надо еще быть все. Что-то я не удовлетворен. Сделал себе оружие 9000. Надо что ли все-таки на запас сил что-то перекинуть. У кого? У кочевника ты сделал? Ну да. Я уже это пробовал. Я же уже рассказывал в процессе. Ничего это, никакой разницы особой там с 8000, например. Ничего это не дает. А запас сил у тебя у кочевника сколько? 8. А, запас сил? Запас сил, не оружие. 5200. Ну, значит, надо так как-то сделать. То у меня запас сил сейчас маловато. Ну и на электронику, я так понимаю, ты вообще забил и никак не. Ну, во всех вещах. У меня 2900 по минималке. Ну это да. Ну потому что не имеет смысла распыляться так. Лучше уж на что-то. Не имеет. Я да. Один играю редко. Получается, ну в принципе, даже если там электроника вдруг и нужна, чтобы работали все навыки, они все равно никогда не работают. Потому что я всегда не один, как правило. Одному не имеет смысла вообще играть в эту игру, это понятно. Ну, не знаю. На тебе мод хороший. Ну-ка. О, отлично. Вот сейчас на. Стащил, я Борису давал. А, ну лады. Ну ладно, ладно, бери. Вот тут отдать-то не проблема. Тебе что-то. Тоже такие нужны, что ли? Ну я сейчас сам их буду делать. Сделаю 50, на 51 раз получится какая надо. Только сначала надо. Так, посмотреть. Спасибо. А что именно вас интересует? Если посмотреть вокруг, становилось еще паршивее. Но когда по всему городу умирают люди, не время жаловаться на отсутствие сигарет. Я надеялся, во внешнем мире найдется хоть один курильщик, который сунет пару блоков сигарет в посылаемые нам грузы. Но черта с два. Наверняка кто-то из вас скажет: Рик, куда важнее доставить еду и лекарства. Да ладно, нам на голову сбрасывают тысячи грузов и ни одной пачки курева. Нам присылают даже упаковки с бисквитным пирожным. Но почему нет сигарет? И это заставило меня задуматься. Ну-ка, я вас покину ненадолго. Агент выходит из вашей группы. Может, дело в том, что сигарет попросту нет. Может, в стране осталось слишком мало людей, и правительство распределяет.
определяет, кому где работать, чтобы покрыть базовые потребности. Лады. А я когда пойду выживание, что ли, попробую. А то мне хочется уже во что-нибудь поиграть, кроме того, как в миллионный раз проходить одни и те же уровни. До свидания. Хочешь испытать свои силы?